2008 год. Мы начинаем торжественную церемонию закрытия Евро-2012. На трибунах становится громче, льется матерных слов перебор. До свидания, Евро-12, здравствуй наш украинский позор. До свидания. Ой. Ой, Виктор Андреевич, а давайте я наверх полезу, а вы меня поддержите. Не, Юлечка Владимировна, я вас поддерживать не буду. А так нечестно, Виктор Андреевич. Я вас поддерживала, когда вы лезли. Ладно, давайте, а то будет как в Луганске, давайте. Уважаемые друзья, слово предоставляется президенту Украины. Пока я. Любі друзі, Україна – велика держава. І сьогодні ми доказали всій Європі, що ніхто нам не може нав'язати своїх условій, сроків і требувань. Не менее ответственно подготовки закрытия Евро-2012 подготовилась и подошли наши польские товарищи. Сегодня с нами здесь пан Лох, пробачьте, Лех Кочинский. Сами понимаете, во-первых, дома в Польше гораздо опаснее. А во-вторых, мы настоящие друзья, а настоящие друзья повинні бути разом завжди. И в радости, и в счастье, ну и в позоре. По-друге, зараз, що касається футбола. Я, конечно, не сильно разбираюсь в этом вопросе, але скажу. Дорогие любители футбола, мы долго думали, мы слишком долго думали, дорогие любители футбола. А зараз, що касається дорог. Я, конечно, не сильно разбираюсь в этом вопросе, але скажу, да, мы не доремонтировали дороги. Мы не построили стадионы. Мы не возвели новые аэропорты. Але в цьому не є головне – стабильность. Спасибо. А зараз, что касается Юлии Владимировны. Я обещаю, что с Тимошенко я еще разберусь. Я, конечно, не сильно разбираюсь с Юлией Владимировной. Але я обещаю. А зараз слово Юлии Тимошенко. Прошу. Дякую, Виктор Андреевич, что представили меня. Любі мої. Я пропоную, давайте зараз усі разом поаплодуємо Віктору Андрійовичу, бо на його долю звалилася така тяжка задача – підготовка до Євро-2012. Давайте 3-4. Ганьба! 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 Любі мої, Віктор Андрійович тут казав про якусь стабільність. Я вам на це от що скажу. До тих пір, поки в нашій країні президентом не стане жінка, ніякої стабільності не буде. Це я вам обіцяю. І ще. Не треба переживати. Друзі, ну, якщо ми з вами змогли закінчити Євро-2012 у 2008 році, то невже ми не зможемо провести вибори 2010 у 2009-му, а? Спасибо.
А зараз слово надається руководителю підготовки Євро-2012 Євгенію Альфредовичу Червоненко. Встречайте. Я как губернатор Запорожца... Запорожья, несмотря на все трудности, а Евро-2012 уверенностью заявляю, ралли в Украине будет. Альфред Евгеньевич, я не понимаю, при чем тут ралли? Я говорю, недостроенные дороги, непостроенные стадионы. Да потому что не хватает лошадей. Каких лошадей? 21 век. Ну, мощностей, вы что не понимаете, что все мощности измеряются в лошадях. Слушайте, давайте краще вернемся к ралли. Правильно, к ралли в Украине и будут красть. А сейчас хочу предоставить слово еще одному легендарному гонщику. Встречайте, Леонид Черновецкий. Знаете, вчера смотрел финал Евро-2012. Хороший матч, занимательная игра. Что вы такое говорите? Несете? Что вы несете, а? Как это вы вчера финал могли смотреть Евро-2012? А я вам предлагал. Вы отказались. Слушайте, хватит отказались. Где же я отказался? Из-за ваших штучек вчера перевыборы объявил. У меня есть еще. Давайте завтра все вместе посмотрим Олимпиаду в Сочи 2014. Леонид! Что вы несете? Вас камеры снимают. Я мэр, меня снять нельзя. Да. Да подождите вы, хватит уже валять Леонид Михайловича. Что хочу сказать я. Да, чемпионата в Украине не будет. С одной стороны, мне, конечно, грустно. Но как, так как я личность разносторонняя, мне еще и весело. Значит, то, что Евро-2012 не будет, есть заслуга не только моя, а только их. Я всегда говорил, что этому правительству все трудности не только по плечу, а и гораздо ниже. Ну и вообще, чего греха таить? То, что Евро-2012 не будет, это, как любит выражаться Виктор Андреевич, просто Донецк – это не вся Украина. Спасибо. Дамы и господа, нашу церемонию продолжает гимн закрытия Евро-2012. Time after time я вижу сон. На месте развалин красавец, республиканский торговый стадион. Welcome to Жуляны, там маршрутки Богдан. Все примет и всех разместит однозвездочный кемпинг Майдан. We are the losers, every day. We are the locals, I am a zero, I am a pure, we are.
Да, вы знаете, дорогие друзья, на самом деле we are the champions. Мы обязательно победим. Мы верим, что евро в Украине будет. И давайте поаплодируем этому факту. Мы просто подстегиваем. Подстегиваем наше правительство, что все у нас произошло. Это обязательно будет. Только для этого надо нашей власти, ну, кое-что поменять. Ну, я имею в виду добавить элегантности. Спасибо. Добавить немножко строгости. Немножечко колорита. О. И легкий акцент. Люби, друзі. Люби, друзі, я не случайно вас собрал сегодня здесь. Этот очень сложный. Не только для всей нашей страны, а что самое обидное, лично для меня день. Вы знаете, после вчерашних событий фракция «Наша Украина» переименована народом во «Фрикцию «Наша Украина». Что по этому поводу думает товарищ Балога? Лаврентий Павлович, говори. Боишься? А не меня надо бояться. Себя надо бояться. Теперь, что касается товарища маршала Тимошенко, Юлии Владимировны. Юлия Владимировна очень опытный чекист, дважды герой Оранжевого Союза. Юлия Владимировна, а может быть, хватит нам с вами ссориться, дорогая? Мы же все-таки друзья. Я предлагаю мировую. Это, кстати, будет уже третья мировая. Юлия Владимировна. Теперь, что касается товарища Леонида Михайловича Черновецкого. Наш заслуженный нарком. Только во время парада на Майдане Леонид Михайлович смог поставить на эвакуатор большую часть наших танков и увезти в неизвестных направлениях. Теперь, что касается секретаря РНБО. Я всю жизнь хочу Ларису Ивановну, а имею Раису Васильевну. И самое главное, вы знаете, дорогие друзья, Ющенко, ваш президент, и все, на Тему я ставлю хрест. И вам цей хрест нести. И в завершении, вы знаете, что хотелось бы вам сказать? Может быть, лучший Виктор Андреевич Ющенко, которого мы знаем, чем Виктор Андреевич Ющенко, которого мы, не дай бог, с вами узнаем. Добро пожаловать в «Вечерний квартал». Каждый вечер вечер наступает вдруг. И если делать нечего, тебе, мой друг. И если ты от жизни от своей устал. Может быть, заглянешь в наш вечерний квартал. Здесь сияют витрины и горят фонари. Здесь сигналят машины от зари до зари. Здесь красотки танцуют, здесь всегда полный зал. Здесь девчонки целуют, даже если устал. Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Наш вечерний квартал. Спасибо огромное за ваши аплодисменты. Уже добрый вечер, говорим мы вам со Степаном. Конечно же, хочется сказать, как здорово, что мы собрались в очередной раз в этом замечательном зале. И начать хотелось бы с чего-нибудь приятного. Да, поэтому начнем со скандала. Знаете, буквально недавно к нам в руки попал очень интересный документ. Читаем, как написано. Открытое акционерное общество «Америка» и ЧП «Украина» заключили двухсторонний договор о сотрудничестве. Итак, Америка, в дальнейшем США, и Украина, в дальнейшем Америка, подписали договор на получение кредита.
Поручителем сделки выступила Грузия. В дальнейшем Россия. Условия договора. Америка обязуется дать, в скобках давала. А Украина обязуется взять, в скобках не брала. И по первому требованию вернуть, в скобках посмотрим, ниже оговоренную сумму денег. Гарантом сделки выступил залог. А что это залог выбирает народ демократическим путем? Кроме этого, в качестве материального обеспечения кредита Украина выставила следующие активы. КМК – Индия. Черноморский флот – Россия. И Виктор Ющенко – США. Хотя Ющенко не актив, а скорее пассив уже Украины. Но... В случае невыплаты кредита, по мнению США, Украина автоматически переходит к США. А по мнению Украины, Украина автоматически переходит к России. Дополнение со стороны Украины. При невозможности выплачивать кредит, Украина имеет полное право выплакивать кредит. И напоследок все спорные вопросы между странами оспариваются в Международном Печерском районном суде. И подпись ООО «Украина». В дальнейшем ААА. Спасибо! Спасибо, действительно, и мы продолжаем. Вы знаете, звезду, которая сейчас появится на этой сцене, боится пародировать даже Галкин. Но потому что она неповторима. Неповторима как певица, неповторима как женщина. Встречайте, впервые в квартале Валерия! Добрый вечер, добрый вечер. Но мы рады приветствовать, так сказать, у нас в квартале. Ну, я так сказать рада вас видеть. Спасибо. Спасибо. Знаете, первый раз... Извините. Что происходит, Женя? Это что, настоящая Валерия? Ну, конечно, настоящая Валерия. Вы знаете, что конечно, добрый вечер что-то еще. Вот я не верю, чтобы настоящая Валерия могла приехать к нам сюда вот так просто. Ты знаешь, какой у Валерии гонорар? Извините, мальчик с утра процедуру не прошел просто. Всякую ерунду какую-то. Что не прошел процедуру? Я ж по дружбе. Ну, какие процедуры? Ну, я же вижу, не настоящая Валерия, ну что? Что тебе еще надо? Действительно, вот смотри, паспорт. Валерия Пригожина, Российская Федерация. Какие еще нужны доказательства тебе? Подумаешь, такие паспорта в Севастополе на улицах бесплатно раздают. Действительно. Давай, значит, ну, допустим, если это не Валерия, то кто? Это Песков. Нарываетесь, молодой человек? Действительно, это легко проверить. Смотри, Валерия, можно вас пригласить в ресторан сегодня? Ну, это лучше спросить у моего мужа. Вот видишь, а Песков сразу бы согласился. Валерия! Хорошо, у меня есть идея. Сейчас мы проверим, настоящая Валерия или нет. Я видел один из последних клипов Валерии, там Валерия настоящая. По-английски, как по-русски шпилит. Ну, Валерия, do you speak English? Yes, I do. Ну, убедился! Нет. Чего нет? Откуда я знаю, что она сейчас сказала? Ну. Я же не учил. Так, что мы еще знаем о Валерии? Что? У Валерии трое детей. Женщина, сколько у вас детей? Трое. Валерия, пожалуйста. У меня тоже трое детей, так что Валерия или что? Так. Все, я вспомнил. Валерия снималась в рекламе молочных продуктов. Я тоже снимался в рекламе молочных продуктов, так что Валерия. Нет, конечно, это не Валерия, ты идиот. У Валерии муж продюсер. Я понял. Ну, слава богу. Это не Валерия. Это Таисия Повали, встречайте. Слышь, дебил. Ну какая Повали? У Повали муж Лихута. У Валерии Пригожин. Такой продюсер лысый. Я понял. Я понял, я не Валерия. Ну. Я Пригожин. О, это надолго. Так, Валерия пела со Стасом Пьехой? Вот я как муж говорю, пела, да. Пела, отлично. Да. Стас! Стас! Можно вас? Стас Пьеха, дамы и господа. Добрый вечер, Стас. Здравствуйте. Нормально добрались? Супер, хорошо. Да, все. Стас, хорошо. У нас дилемма. Скажите, вы знаете эту женщину? Кто? Конечно, это Валерия. Валерия! Совершенно верно! Ну, понял, Валерия! Понял. Ну? Это не Стас Пьеха. Нет, это Стас! Да что ж такое-то вообще? Стасу ты не веришь? Нет. Мне ты не веришь, а кому ты веришь? Тимати! Тимати он верит.
Вот Тимати поверил. Тимати, с ума сошли все. Это Валерия. Спасибо, Тимати. Спасибо, братан. Встречайте, Валерия! Да это не настоящий! Спасибо! Валерия, эти цветы вам огромное спасибо! Валерия, аплодисмент! Огромное спасибо, ну а мы продолжаем. Друзья, вслед за российским проектом «Наша Раша» в Украине появился свой мегапопулярный проект «Наша Америкаша». Европа – жемчужина мира. Именно здесь находится 40% запасов железной руды, 20% запасов магния и 80% американских военных баз. Только здесь, в Европе, из одного независимого государства запросто можно сделать 6, а то и 8 зависей. На территории Европы могла разместиться 1/6 часть России. Ну, конечно, если бы ей разрешили это сделать. А это Украина и Грузия. Страны, которые делят между собой радость и грусть, ну и 158 место по уровню жизни. Именно здесь, в Европе, уроженец Кавказа Михаил с напарником помогает Джорджу Бушу строить демократическое государство. Наша Америкаша. Вообще, что здесь происходит? О, Буся пришел. Начальника! Что ты начальникаешь мне постоянно, Миша Комаржопа или как там тебя? Да. Иди сюда. Что ты опять натворил? Да. Я тебе деньги на демократию давал? Давал? Где деньги? Где деньги? Я говорю, ты демократию купил? Купил. Где демократия? Где демократия? Нет демократии! Нет демократии. Нет! Нет? А зачем деньги давал? Слушай, ты придурок, а? Ты придурок. Ты чё стоишь молчишь, люби друзи? Начальника! Зачем на Майдане парад проводил? Сосед пугал. Ну и что, напугал? Нет, он не смотрел. Я же вам говорил, Путин вам не указ. Указ, указ! Хорошо, что с кораблями? Я сказал, не бушу, и все. Ну, сказал, и что? Сказал, и все. Ты зачем полез в Осетию? А? Зачем, я спрашиваю, затеял весь этот передел? Передел? Зачем, я спрашиваю? Ты пугал, я передел. Пошел вон, а? Вон. Что вон? Он передел, пошел вон. Так, короче, давай сначала по порядку. Как все было? Как все было? Я тебя спрашиваю, по порядку начал рассказывать, как все было? Путин, война начинать. Самолет лететь, я с ружьем бежать, бомба падать, я какать. Что? Какать, я какать скачу. Подожди, какое ружье, какое бежать? Ты должен был танки купить. Ты танки купил? Ты танки купил?
Я у тебя спрашиваю, ты танки купил? Купил. Ну, а почему не стрелял? Поломанный танк. Купил поломанный, он не стрелял. Ты зачем ему поломанные танки продал? Ты зачем? Не знал. Кто не знал? Он не знал, я продал. Зачем ему поломанные танки? А мне зачем? Зачем тебе поломанные танки? А? Зачем тебе поломанные танки? Поставлю дома красиво интерьер. Хорошо. Где сейчас эти поломанные танки? Где сейчас эти поломанные? Я у тебя спрашиваю, где эти сломанные танки? Путин забрал. Да ему нахрен эта рухлядь нужна? Я куплю. Ты же придурок, ты же знаешь, что они поломанные. Передам. Кому? Я куплю. Слушай, тебе не стыдно, а? Мы к тебе со всей душой, а ты? А ты? Как там сейчас? К тебе Кандализа Райс приезжала? Кандализ приезжал. Кандализ приехал. Большой, черный, страшный, пугал. Ну а ты ей что сказал? Сказал. Короче, ты зачем к нему приперся? Кум? Какой кум? Езжайте домой. Кто из нас президент Украины? Ты или я? Ты. Или я. Ты с Тимошенко поссорился? Ты поссорился. Я сказал, ты с Тимошенко поссорился? Ты сказал, я поссорился. Так я сказал помириться. Сказал. Ну, ты будешь с ней общаться? Начальника! Да я знаю, что я начальник! Не ты начальника, она начальника. А я тогда кто? А ты кто? Короче, ты будешь с ней мириться? Я буду мириться. А тебе-то она зачем? Поставлю дома красивый интерьер. Короче, последний раз предупреждаю. Будете халтурить, еще на 5 лет обоих президентами оставлю. Будем халтурить. Пошлю вам вон! Перейди! Мы продолжаем, у меня в эфире немного информации. Донецкий горсовет объявил город территорией без НАТО. В ответ на это облэнерго по просьбе президента объявила город территорией без света. У нас в эфире новости нашего квартала. Новости, новости! Главную тематику про грязную политику, про секс и акробатику, а также про эротику и прочую экзотику, про бизнес и про готику, про залы и наркотики, новости культуры, про гольф и баскетбол, из прокуратуры, и конечно, про футбол, про дождь, про посевную, про рогатую скотину, про новейшую машину, и про видную Украину. Новости оттуда, новости отсюда, новости от Ничего. Знаете ваши новости? Вы знаете, злые языки утверждают, что вчерашнее обращение президента по поводу перевыборов Ющенко записал еще до поездки в Италию. Это неправда. Он записал обращение еще до прошлых перевыборов. Да, но это... анонимная информация, а дальше подробнее в новостях. Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире анонимные новости. С вами в студии Евгений К. и Степан К. Но тут совпало. А. Премьер-министр У. Юлия Т.
не смогла договориться с премьер-министром Р. Владимиром П. о поставках природного Г. По словам Юлии Т., в нашей стране достаточно своего природного Г. Продолжаем. Этим летом отпраздновал свое 70-летие Леонид Данилович Ку. Поздравить юбиляра пришли такие известные эстрадные звезды, как Таисия П., Алла Борисовна Пу, Океан Э. и Верка С., которая в конце праздника и исполнила свой мега-хит «Все будет Хэ». Началось мировое турне самого известного в мире П. Элтона Дже. По результатам жеребьевки в Лиге чемпионов ФК «Шахтер» попал в группу С. И это Же. Недавно из рядов партии регионов была исключена секретарь РНБО. Виктор Я заявил, что Раиса Б. Конец цитаты. Продолжаем. А владелец и почетный президент ФК «Шахтер» попал в десятку самых богатых людей мира. В связи с этим Юлия Т. считает, что Ренат ах, причем совсем. Вчера мэр Киева господин Че пытался вылететь на отдых за рубеж собственными силами. Не выходя из кабинета, да. А министр экономики Виктор Пи... Пи? Ну тут совпало, понял. Спасибо, а мы продолжаем. И сразу после новостей смотрите выступление ансамбля «Самоцветы». «Самоцветы» в гостях у «Квартала». Встречайте. Здравствуйте, уважаемая и всеми любимая группа «Самоцветы». Здравейки были. Вот, уже все в порядке. Что ж, действительно, от всей души, наконец-то, рады видеть вас у нас в «Квартале». А, собственно говоря, что я выперся-то? Мы вот совершенно недавно вспомнили вот вашу песню, которая называется «Добрая примета». Есть такая песня, да, помните? Мы вспомнили. А это добрая примета. Правильно? Да. Так вот, в чем дело? Мы, дорогие друзья, сегодня решили спеть совместную песню с группой «Самоцветы». Дорогие друзья, премьера, совместный проект. Российская группа «Самоцветы» и наш вариант – группа «Салоцветы». Здрасте! Добрый вечер! Здрасте! Здрасте! Добрый вечер! Да, да. Что ж, ребятушки, я сразу попрошу вас, да, звездам не мешать. Мы? Да никогда, да. Ты что? Ну, что? Ты что, нас не знаешь, Юра? Да я вас знаю, поэтому и прошу звездам не мешать. Ясно? Да. Ну что ж, значит, ребята начинают. Вы продолжаете, поете последнюю строчку. Добрая примета, как обычно, все как бы это вы знаете. Вы готовы? Да! Вы готовы? Да. Ну что ж, премьера, встречайте! Бульвар Гордона, очень мягкая газета. Добрая примета. Поплавский промолчал все лето. И это добрая примета. Дом 2 разрушила ракета. И это добрая примета. С тобой нашла любовь. Потап стоит с веревкой возле табурета. И это добрая примета. Потап напротив арбалета. И это добрая примета. Потап у края парапета. И это добрая примета. Мы все достичено с тобой. Сейчас махнется Юля свети кабинетом. А это добрая примета. И НАТО выкупит Ахметов. И это добрая примета. И Крыма у России нету. Вот цель и добрая примета. По всем приметам с тобой нашла любовь. Сейчас уйдет со сцены группа «Самоцветы». А это
добрые приметы. Обратных нет для вас билетов. Это добрые приметы. И гонорара тоже нету. И это добрые приметы. Идет навстречу к нам с тобой любовь. Группа «Самоцветы»! А вот это спасибо. Добрая примета! Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем. У меня в эфире познавательная страничка. Поговаривают недавно в одном из египетских гаремов прошел вечер встречи выпускниц кировоградских профучилищ. А вообще хотелось заметить, очень многие женщины жалуются, мол, женский гарем существует, а мужского нет. И вот сейчас, уважаемые друзья, мы представляем вашему вниманию первый в мире мужской гарем. Дорогая, я дома. Заходи, милый. Привет. Здорово. Как дела? Отойди. Хорошо. Наконец-то. Устал. Работал. Денек. Да. Сел. Посижу. Подвинься. Диван. Ну, наконец-то. Пришел. Чего-нибудь хотите? Жрать! Пить! Тапочки! Отойди! Ой. А смотреть что будете? Футбол! Ну, конечно, что же я? Бой еще догнать! Подача! Динамо! Динамо! Дорогой, милый, а ты ничего не замечаешь? Ну, я подумала, просто сегодня такой день. Может, мы, ну... Ты вообще слышишь меня? Да. Ах так? Алло. А ну, включи. А ну, подойди. Ты меня совсем не любишь. Даже слов ласковых никогда не говоришь. Ну, зайчик. Котик. Пупсик. Ну, дылда. Знаешь что, Коля? Вася. Петя. Саня. Очень приятно. Взаимно. Дурак. Да как ты можешь? Не ругайся. Мы ж семья. Сама дура. Что ты сказал? А ну повтори. Да как ты можешь? Не ругайся. Мы ж семья. Сама дура. Козел. Я. 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 Ну не я же. Да я на тебя потратила всю свою молодость, юность, зрелость. А ты кто? Я? Ну не мы же! Да я твой муж! И я! Ты, вы, мы! Как тебе не стыдно? Что скажет наша дочь? Сын! Дочь! Сын! Расчет окончил! Так ты на мне по расчету женился, да? По любви. По глупости. По залету. За компанию. Ладно. Кто заберет сына из садика? Ты давай начнешь разобраться, мой это сын или его? Или мой. Или его. Все. Я звоню маме. Короче, мужики, завтра дядя Юра нас всех зовет в сауну. Ага. Только так, делаем отмазки такие, чтобы только мы не пересекались. Ага, конечно. Естественно. Думаем. Ну и куда это мы на выходных уже намылились? Я на рыбалку. Ой, знаю я твою рыбалку. Твою рыбалку, твою рыбалку и твою рыбалку. А, ты можешь ехать. Я? Ой. Кто это там еще? Дорогая, я дома. Вы что, лифт не спустили? Привет. Привет. Здорово. Дела? Отойди. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Здорово. Привет. Я. В общем так,
Я тут ваши носки постирала. Разбирайте. Алло, алло, Светик, привет. Да у меня тут кошмар. Да, представляешь, мне кажется, первые и третьи мне изменяют. Угу. С пятым и с восьмым. Да. Да. А еще вчера, представляешь, мой на меня руку поднял. Угу. Конечно, бьет, значит, любит. А тебя когда-нибудь били восьмером? Ладно, я перезвоню еще, давай. Все, хватит! Спать пора, отбой! Как же отбой-то, ну? Что? Привет. Я? Что? Секса, да? Значит так, устала, голова болит. Не сегодня, не хочу, сходи к врачу. Ладно, пошли. Манит неизвестностью пятый муж, а шестой пока принимает там душ. Я тридцатый, дайте хоть посмотреть. И все, и все. Сорок первый может пока поспать, а за мной просили не занимать. Можно я на завтра хоть запишусь? Мы все в твоей власти. Докажи себе, что нет в этом мире невозможного для тебя. Так пусть тебе поможет небо, остановит время, поднимая крылья твои к небесам. И не поможет мама, не проси, не надо. Вот к чему приводит однажды мечта. Мы все в твоих руках. Ваши аплодисменты! Знаете, помимо нас, актеров, в вечернем квартале есть еще авторы. То есть люди, которые непосредственно придумывают все то, что мы вот показываем, говорим с этой сцены. Вы знаете, эти люди – это очень талантливые, трудолюбивые люди, без которых мы, актеры, и шага ступить не можем. Ну, как вы понимаете, даже этот текст писали именно они. Встречайте! В рубрике «Новый житель квартала», автор студии «Квартал 95» Валерий Житков! Он же Тамбовский волк! Добрый вечер! Добрый вечер всем! Привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Мы, авторы, люди скромные, в трусах на сцену не выходим. Но, тем не менее, мы как положительные тенденции в украинской экономике. То есть, никто их не видел, но мы есть. Далеко не все из того, что мы пишем и придумываем, выходит на эту сцену. Просто актеры у нас достаточно капризные люди. Что-то им кажется не смешным, что-то непонятным. И один из таких номеров сегодня я хочу представить вам. Итак, шахматы. Шахматы настолько гениальная игра, что с их помощью можно смоделировать любую реальную ситуацию из жизни. И сегодня мы с вами поиграем в украинскую политику. Все очень просто. Белые – действующая власть, черные – оппозиция. Виктор Федорович – король оппозиции. Королевы у черных нет, она в РНБО. Вместо нее Шуфрич. Виктор Андреевич, королева, ходит куда хочет, самая сильная фигура, как ей кажется. Далее силовики Луценко,
Второго офицера у белых нет, потому что какой из Ехануров офицер? Кони. Далее у белых вот две ладьи, такие похожие на башни. Черные играют без башни. Итак, партия еще не началась, а белая королева уже угрожает черному королю, своему королю, всем коням и офицерам без разбору. Первый ход белых. Виктор Андреевич понимает, что второго такого случая у него не будет. Е1, Д1. Без ферзя белым будет сложнее, но спокойнее. Далее конь идет в НАТО. Ладья убирает пешку, которая мешает идти вперед. Здесь все идут на выборы мэра. К ним присоединяется Луценко. И чтобы как-то увеличить свои шансы, H3, G4. Почему все это время тупит оппозиция, непонятно. Первое, что делают черные, они ходят пешкой. Вообще в шахматах пешка может пойти на две клетки вперед, но здесь кто же ей даст? B7, B6. Белый король, заметив такую агрессию, незамедлительно применяет испанскую защиту и на 4 хода уезжает в Польшу. Как только король покинул доску, снова здравствуйте. На поле появляется королева и первым же ходом занимает место короля. При появлении королевы белые бросаются вперед, потому что сзади намного опаснее. Появление женщины замечает Шуфрич. Несколько красивых, бессмысленных ходов с целью привлечь внимание и напомнить о былых чувствах. Но королева неприступна. К тому же на 24-м ходу из Польши возвращается белый король. Не понимает, где он находится, и уезжает в Грузию. В это время, в этой части доски, Леонид Черновецкий начинает свою никому непонятную игру. Пока черные отвлеклись на действия мэра, белая пешка проходит на 8-ю горизонталь, и по правилам шахмат превращается в ферзя. Ситуация для белых складывается на букву, которой ходит конь. Но на 29-м ходу на доску повертается Литвин. Оценив расстановку сил, Литвин повертается еще раз. Пока белый король борется за возвращение клетки А2, исторического названия С4, черные окончательно перехватывают инициативу. И тут белые делают, пожалуй, самый странный за всю партию ход. Ладья H1 сюда, сюда, сюда и покидает доску. Такого от Балоги никто не ожидал. Мало того, что белые потеряли сильную фигуру, так еще и Черновецкий продал клетку А2 кому-то из знакомых. Таким образом, к 2009 ходу на поле складывается примерно такая ситуация. Хотя нет, Яценюк тоже ушел. Складывается такая ситуация, в которой белые предлагают ничью. И черные соглашаются. Перевыборы, господа.
Как бы мы того не хотели, но партия все не закончена. И в ближайшие дни нас ждет масса интересных и веселых ходов. Спасибо за внимание. Тамбовский волк Валерий Житков. Когда нас вызывают на бис? Нет, это не угроза и не плохое настроение. Это просто кто-то где-то принял решение, что очень нужен номер на бис. И зрители взбегают, и сердце замирает, и девочки в экстазе закрывают глаза. И гром аплодисментов, и бис на 100%, и катится по щечке слеза. Это не игра, это не кино, это вам не шашки и не домино. Это не прикол, это не каприз, это просто значит будет номер на бис. Если отдых в Турции проходит настолько хорошо, что вы не помните событий прошлого вечера, увидеть эти события вы можете на канале внутриотельного телевидения. Итак, дамы и господа, мы представляем вам новости на пятизвездочном канале. Ассаляму алейкум, дорогие жители нашей гостиницы. Я Степан Аль-Казанин. И со мной сегодня, пока даже не знаю кто, Фатима, моя третья ведущая. Ура! Господин назначил меня любимой ведущей. В эфир новость. Да. В нашем отеле отдыхают туристы со всех стран мира, поэтому новости будут передаваться только на русском языке. Да. Уважаемые граждане-туристы, напоминаем вам, что у нас в отеле действует система «Все включено». Все включено, а не все надо выжрать в первый же вечер. Сегодня туристы из Бердянска поймали ту сволочь из Мариуполя, которая собирала у входа в ресторан деньги за завтрак и обед. Новости с пляжа. Турист из Тбилиси, совершавший водную прогулку на резиновой женщине, не справился с эмоциями и укусил плавсредство. В результате ни удовольствия, ни плавсредства, ни туристы. Продолжаем. В аквапарке на водной горке типа труба гражданка Н, габариты 120, 120 на 120, организовала пробка длиной 16 метров. Несмотря на заявление мужа, ой, пусть себе сидит, пробка была расчищена силами МЧС. Молодцы, молодцы. Продолжаем. Спасатель Сидоренко пытался сделать дыхание рот в рот женщине, которая даже не успела дойти до воды. Шайтан. Да. Уважаемые туристы из Жмеринка, повторяем, вода в бассейне свой цвет не меняет. Хватит проверять, да? Да. Действительно. Да. Новости экономики. Жрицы любви, работавшие в нашем отеле, терпят финансовый кризис из-за приезда туристки из Николаева, которая решила оттянуться по полной. Молодец, слышу. Неожиданные новости. А? Туристы из Донецка, арендовавшие дельтаплан на 2 часа, находившиеся в состоянии «смотрите, что я могу», не долетел до туалета прямо над пляжем. Аллахаба. Гость из города Киева Степаныч, находясь в состоянии «я вам сейчас такое покажу», показал всем такое в возбужденном состоянии. Аллахаба. Вчера служба охраны нашего отеля вступил в неравную схватку с туристом из Уфы Виталиком, который находился уже в состоянии «вы что-то сказали?». Извините за временные неудобства, несколько дней служба охраны будет отсутствовать. А, да. Администрация нашего отеля, находясь в состоянии «ну ни хрена себе туристы!», благодарит вас за выбор, который вы сделали этим летом, но хочет напомнить, что рядом есть и другие хорошие гостиницы.
Приятного отдыха. На этом все. До новых встреч. До новых встреч. И самое главное, уважаемые туристы, не забывайте, когда уходите из своего номера, оставьте $1 для того, чтобы наш персонал убрал по высшему разряду ваш номер. Не забывайте. Не забывайте, $1. $1. $1. Бульмасин, бульмагисманим, исма, лихунир миндир биндир, ахунима. Ассимилируйся. Ахмед. Ахмед, $1. Эй, вала бисмила, $1. Бисла бисмила, $1, жла бяран, $1. Китнаку так я на один сегиш. Ах ты насадный медебах, нене, $1. $1. $1. Ху тебе, $1. Ху тебе, Ахмед, $1. А тебе, $1. Юнус, $1. Доллар. Ахмед. Як доллар? Як доллар? Даймонд. Даймонд? Ахмед. Эй, не мама, $1, Ахмед. Ахмед, асиме. Ааа, $1. Асите ме, жлаберал, на-на-на. Ой. $1, я тебе масетил. Эй, Юнус, я кым, $1. Ахмед, $1. Ахмед, асиме. $1. Ахмед, фотокамера. Камера. Фотокамера. Камера. $1. $1, Ахмед, асите ме. Эти мацы! Ахмед, $1! Шкарпеткинах! Шкарпеткинах! Ой-ой-ой-ой! $1! Ахмед! Юнус! Ахмед, ах! $1! Ахмед, ах! Ахмед! 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 Ола! Мачо, ту! Ахмед, $1! Ага. Дими! $1! $1! Сан дотер! Сан дотер! Дох! Дох! О, Юнус! Телефон, Ахмед! Телефон, Ахмед! Халло! Суфер, суфер, я на Финджанем, Америка! Just a moment! Америка? Ма, Америка, $1 just a moment, да? Юнус? $1. Ахмед, ахмед, сын, яратан, $1. Китна, куда, ахмед, сын, сын, форточка, ляка, дарам. Коко-око. Коко-око, ахмед, око, ты не ел, сын, Ассити мне! Америка! Fuck you! Ну что, fuck you! Дорогие друзья, у нас в гостях еще один драгоценный мужчина, который мог бы украсить любую женщину. Фамильная ценность знатного польского рода. Стас Пьеха в вечернем квартале. Встречайте. Пьеха Станислав у нас в гостях. Стас, ну, собственно говоря, ты у нас, так получилось, впервые сегодня в гостях у нас в квартале. Поэтому, знаешь, вот хотелось бы действительно с тобой познакомиться поближе. Знаешь, мы вот решили здесь, прямо сейчас, вот прямо в прямом эфире, взять интервью. Не против? Не против. Садись вот сюда за стол. Присаживайся. Да, расслабься, чувствуй себя как дома, комфортненько. Все будет очень аккуратно. Итак, дорогие друзья, интервью со Стасом Пьехой.
для журнала «Звезды на погонах» рубрика «Хочу все знать». Удачи, Стас. Добрый вечер, Станислав Эдитович. Что ж, будем общаться. Интервью самое обычное. Когда родились, где учились, адреса, пароли. Кто может подтвердить? Не, в принципе, ты нам можешь ничего не рассказывать, но я тебе одно скажу, что без статьи мы отсюда не уйдем. А будет она или в журнале, или в Уголовном кодексе, это, старик, решать тебе. Дай мне минутку отдышаться, я только от укупника вышел. Брал интервью у Аркашки, да. Ты представляешь, реально человек может съесть свой паспорт. Ну что, начнем. Вот тебе бумажечка, калякалка. Давай, порть продукцию. Можешь отвечать, можешь писать, можешь делать все одновременно. Поехали. Дата, год рождения. 13 августа 80-го года. Значит... Все-таки вы утверждаете, Станислав, что родились 13 августа 1980 года? Абсолютно. Встречный вопрос. А где же вы тогда были 12 августа 1980 года? Понятное дело, где? Где-то рядом с местом рождения, да? Ну, конечно. Кто по знаку зодиака? Лев. Царь. А у нас есть один человечек, который утверждает, что ты, Стасик, водолей. Слава богу, не дело. Ну, вам в шоу-бизнесе виднее. В детстве часто наказывали? Да ты что, нет, конечно. Значит, все-таки продолжаем выгораживать бабушку, да? Валерич, а ну вот. Вот, Стасик, посмотри. Виталька Козловский. Мопедик. А говорил, что голоса нет. Ведь самое страшное, Стасик, для молодого начинающего певца, это когда ломается голос и ноги. Давай, Валерий, занимайся. Счастливого пути! Ну что ж, продолжим. Стасик, я слышал, ты с детства мечтал певцом стать. Конечно. Класс. А чего не стал-то? Ладно, не обижайся на меня, не смотри, что я такой злой. Наша же профессия журналистская, ух, ей же не позавидуешь. За день 3-4 интервью возьмешь, ох, руками так намахаешься. А что ты слушаешь, Стасик? Давай, пиши, следующий вопрос тебе, Максим. Короче... Ой. Да, Сереж, да. Извини, извини, Стас, я тебя все время с Галкиным путаю. Ну, у вас же у обоих бабушки-певицы, да? Юрий Валерьевич, что у тебя там за Хэллоуин происходит? Да берем интервью у Скрябина поющих трусов. Так и что? Скрябин еще держится. Так. А трусы пора уже менять. Занимайся. Слушай, а можете концерт у нас организовать, а? Рахев, Чоп. Да или что, того больше, скоро перевыборы. Перевыборный тур тебе 30-дневный. Рахев, Чоп, Чоп, Рахев, Рахев, Чоп, Чоп, Рахев. Ты не переживай, фанатов не будет. Граждане понятые, прошу со вниманием отнеситься к моей молодой, популярной, энергичной звезде Стасу Пьехе. Ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты! Ваши оплески! Стас Пьеха! Стас Пьеха! Мы продолжаем! Мы продолжим! Что ты сейчас делаешь? Что ты сейчас робишь? Извините. Выбачь ты. Я сейчас к тебе обращаюсь. Я сейчас до тебя звоню. Я сейчас успокойся, пожалуйста. Ты что делаешь? Ты меня дублируешь? Да, я тебя дублирую. Зачем ты это делаешь? Ты не хочешь, чтобы я тебя дублировал? Я не хочу.
Ты хочешь, чтобы тебя дублировало наше телевидение? Да, я хочу, чтобы нас дублировало наше телевидение по законодательству, пожалуйста. Ну, хорошо. Вот и доброе. Вот то и есть, доброе. Хорошо. Вот и доброе. Вот и хорошо. Вот и иди. Вот и крокую. Дорогие друзья. Любит друзей. Это прекрасно, что мы сегодня собрались в Палаті Україна. Ми зібралися тут, у Палаті Незалежної, Самостійної, Європейської та Щирої України. І пускай ми говоримо на різних язиках, і хай ми не знаємо рідної мови. Ми всі хочемо жити краще. Ми всі йдемо до Європи. Слушай, ну правда, ну от... Многие хотят, чтобы мы вступили в НАТО. Да. Может, кто-то хочет до НАТО? Ну, многие хотят, чтобы мы объединились с Россией. Может, кто-то совсем сдурив? Но самое главное, чтобы мы оставались единой страной. Главное, чтобы мы вступили до НАТО. Слушай, так, ладно, все, пацаны, спокойно, я знаю, что делать. Давай. Смотрите. А зараз я хочу задати дуже коротке, але лаконічне питання. And now I want to ask you a question. Послушайте, ви мене извините, но как можно дублировать голоса Табакова, Миронова, Гафта? Як? Голосом Богдана Бенюка. Хорошо, ладно. Футбол. Вот Шовковский, как на воротах может стоять человек, у которого руки растут из... дупы. Спасибо. Подождите, да не так, смотрите. А зато, как мы, украинцы, поем. А як мы, украинцы, співаем. А как мы, украинцы, танцуем. А як мы, украинцы, танцуем. Да мы евро без проблем проведем. А як мы, украинцы, брешемо. Вообще-то, я приехал из России, поэтому украинский язык дается мне нелегко. Взагалі-то я приехал из России, тому мені важка дається українська мова. Ты можешь секунду помолчать? Ні, я не буду мовчать. Ну дай ти хоч слово сказати, а? Я нікому нічого не дам сказати. Та пускай говорить, що хоче. Як сказав наш президент, де закінчується російська мова, там закінчується Росія. Да, но это еще не значит, что там начинается Украина. И знаете, мы вообще не против вашего дублирования. Господи, да ради бога. Я еще понимаю, с английского на украинский это дубляж. А с русского на украинский это, извините меня, дублянство. Что? Что слышал? Действительно, начинайте. Да. Мы. Я теж дуже люблю. Вот ты даешь, а! Я когда ехал домой на маршрутке, по радио пел Потап. Ну как пел, по крайней мере пытался. Я услышал шорох и тут же обернулся назад. Там сидел Тарас Григорьевич Шевченко. Вы знаете, он улыбался. Мой мальчик, сложно очень, мой мальчик, разобраться мне в вашей культуре. Передай мой привет ты Потапу и с улыбкой добавил в натуре. Мы как-то пошли поболеть за «Динамо». Трибуны, как водится, скучали. Зрители грызли семечки. Кто-то конкретно спал. Вдруг я оглянулся и увидел, что позади на скамейке кто-то качается. Это был Валерий Васильевич. Он улыбнулся нам и сказал: «Приятель!» Он сказал мне: «Приятель!» Просто футбол мы любили сильнее. Приятель, это ж полный капец. Правда, он сказал немного грубее. Я как-то сидел и смотрел кино. В бой идут одни старики.
Я смотрел его раз в 20-й, но почему-то не переключал. Я как-то сидел и смотрел кино. Вдруг за дверью раздались шаги. На пороге стоял Леонид Быков. Он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик, он сказал мне, мой мальчик, мы настоящее кино снимали. Мой мальчик, он сказал мне, мой мальчик, мы через сердце каждый кадр пропускали». Мы как-то шли случайно по Банковой. Дождь моросил на промокшее здание. Плыли машины по лужам, фарами слепя глаза. И тут навстречу нам вышли боги. В костюмах, галстуках, ну, видно только что заседание. Они нас заметили, подошли, поздоровались. И самый главный сказал: «Вот вы такие остроумные, все шутите, критикуете, учите. А что нам вот сегодня конкретно сделать, чтобы просто жить стало лучше?» «Знаете, — ответили мы, — вы просто запутались, заигрались, а решение рядом. Чтобы жизнь хоть чуть-чуть стала лучше, ничего вам делать не надо». «Ребята, я сказал им, ребята, это правда, любого спроси. Расслабьтесь, поезжайте до хаты. Хотите, мы вам денег дадим на такси». «Ребята, я сказал им, ребята, не пора ли вам остановиться? Жизнь прожить нужно так нам, ребята, чтобы было не стыдно кому-то присниться».